Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 73 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Выполним задание по клеточкам. Будем рисовать ромбы. Для этого проводим из уголка в уголочек линии диагонали. Соединяем линии и рисуем второй ромбик. Ромбик, линия, ромбик, линия, ромбик, линия. Дальше мы будем чередовать треугольник и круг. Треугольник, круг, дальше записываем числа 1, 3, 5. Вступаем в клеточку 2, 4, 6. Отступаем в клеточку опять 1, 3, 5. Отступаем в клеточку 2, 4, 6. Отступаем в клеточку 1, 3, 5. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.